что, дорогие друзья, всех категорически приветствую. Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики. С вами, как всегда, на связи The Life, робот распаковки и обзоры. Дорогие друзья, огромное вам спасибо за 1 000 000 на канале. Огромное спасибо моим подписчикам за лям. И, дорогие друзья, я ухожу с консольного гейминга. Имеется у меня PlayStation 4. Вот, как вы видите, PlayStation 4. И я ухожу в ПК-геймерство. Огромное спасибо моим подписчикам за 1 000 000 на канале. Благодаря этому 1 000 000 мне удалось накопить и купить огромную коробку. Да, благодаря Ютубу 1 000 000 на канале. Отмечаем. И, в общем, прикупил я в DNS-шопе. DNS-гипер. DNSshop.ru. Вот такую замечательную коробочку. Ухожу я в ПК-геймерство. Дорогие друзья, эта коробочка обошлась по стоимости как PlayStation 4 Pro. Сейчас я вам даже покажу. Вот, смотрите-ка. Вот, имеется вот такой вот чек. Вот, смотрите-ка. 29 209 рублей. Как вы видите, стоимость этой коробочки 29 209 рублей. Офигеть, это равно стоимости консольного гейминга. В общем, дорогие друзья, прикупил я в DNS шопе DNS гипер за 29 209 рублей вот такую замечательную коробочку. Вот она. Вот она, это просто пушка, это бомба. Asus GeForce RTX 2060 Super. Да, благодаря 1 000 000 на канале я прикупил эту коробочку. Отмечаем, переходим в ПК-геймерство. Asus Dual Auto Extreme Perfect Automated Manufacturing OS Edition 8 гигабайт Memory GDR6 GeForce RTX 2060 Super. Да, Super Touring GDR6 Ray Tracing Cores NVIDIA DLC. В общем, такая вот замечательная, огромная коробочка. Даже в кадре не помещается. Здесь у нас имеется такая вот наклеечка. Так, сзади у нас коробочки. Основные характеристики. Ну, здесь указано все на английском языке. HDMI, 3 года гарантии. GeForce Experience. Собственно, так, сбоку у нас здесь имеется наклеечка с DNS, где мы видим артикуль товара. По этому коду товара вы можете прикупить такую видеокарту, ввести эти циферки в поиске. И с другой стороны у нас здесь Asus Dual Series Axial Touch Fan Design OS Series, OS Edition, 8 гигабайт GDR6, GeForce RTX 2060 Super. Давайте, дорогие друзья, приступать к анбоксингу, к распаковочке. Так сказать, откроем и посмотрим. Во! Вот она, печь моей мечты. Asus. Да, давайте приступать к анбоксингу. Открываем и гляньте. Вот она вот так вот у нас выглядит. Так. Вот такая вот замечательная коробочка. Да, как вы видите. Вот она. Видеокарточка. Видеокарта. Гляньте, просто она огроменная. Так, достаем. Делаем распаковочку. Анбоксинг. Так, вот она. Вся. Видите, примотанная. Примотанная. Да, вот видите, офигенно. Здесь у нас мануал и 8-пиновый разъем питания. Вот она замотана. Так что, дорогие друзья, всем большое вам спасибо за 1 000 000, за 1 лям. Дальше будет распаковочка. На этом все. Всем удачи, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Пишите, какая у вас видеокарта. Всех целую, люблю, обнимаю. Всем огромное спасибо. Все. Пока. Пока.